А мы продолжаем наш выпуск. В скором времени у детских сиделок не останется работы. Менять пеленки теперь умеют электронные няни. И это не кадры фантастического фильма, а реальная разработка. Причем создатели – российские школьники. Робот-няня выиграл приз Всемирной олимпиады роботов в Малайзии. Не менее полезное изобретение привезли и на кибервыставку в Париже. Здешние роботы умеют ухаживать за больными и даже разговаривать. Это идеальный товарищ для детей, страдающих аутизмом. Ребенок общается с роботом с помощью экрана, нажимает команду или пишет свою просьбу. Специальные упражнения помогают ребенку преодолеть замкнутость или страхи.